с точки зрения важности, может быть, и тянет из того, что мы увидели в этом матче, на претендента, на сейв тура. Но по своей красоте нет, а вот это уже, возможно, сейв тура. Степан Сурмила в упор, вправо от себя угол, на исполнение. И Дмитрий Яснов, похоже, этим сейвом, парировав удар Сурмила, приносит важнейшую победу, викторию в основное время королевскому «Эл Монту».